уже было решил, что мне никогда не решить эту проблему, пока Дозермана не подстрелили на улице из-за какой-то ерунды. И вот тут-то я решил, что с меня хватит. Тогда мне и пришла в голову идея свободной зоны Амстердама. Потому что полицейские не должны заниматься этими ниггерами. Не должны. Можно любому клоуну вручить значок с пистолетом и отправить его на угол вязать дилеров. Но разве это решит проблему? Если объявить войну преступности, то каждый парень со значком начинает считать себя воином. Он начинает носиться по улицам, думая, что он какой-нибудь гребаный крестоносец. Зачищать углы, махать дубинками, вязать кого попало и считать трупы. Ведь если ты на войне, тебе нужен враг. И очень скоро враги тебе начинают мерещиться на каждом углу. Даже люди, которых ты должен охранять и защищать. Ты понимаешь меня? Кажется.